И футболки, и майки. Так, футболка у меня в руках большого размера. Эрика, это 100% хлопок. Англия, тишерт 6X, лот весит 15 килограммов. Элька, марка Крейн, женская футболка, примерно 50-52 российского размера. И Эска, такая же футболка, похоже, они новые. Тоже Крейн, но размер уже маленький. Так, 48 размера футболка, есть небольшой износ на воротнике. То есть это крем экстра, поэтому всякое будет, будем смотреть внимательно. Марка Крейн, размер маленький, Эска. Так, вот такая же маечка, кстати, была, по-моему, в другом мешке, недавно снимали. Размер XL, женская футболка. Тоже вроде, да, вот смотрите, рисунок уже не тот, все-таки износ здесь есть, присутствует. Марка Канда. Женская футболка, это мужская футболка, размер XL. Конечно, недорогие вот эти футболки, но на то и крем экстра. Джанина, размер 46 указан европейский, соответствует данная футболка 52 российскому размеру. Маленькая маечка. Марка Street One, указан 36 европейский размер здесь. Так, следующая футболка марки Tailor Vale, Эска. Далее М-ка, среднего размера футболка, но видите, тут есть пятна. XL. Так, S-ка, указан размер. То есть мужская футболка небольшая. Так, женская маечка. Марка Next здесь у нас указан 16 размер, соответствует 50 российскому размеру. Тоже, по-моему, все-таки износ есть небольшой. L-ка. Женская футболка. Женских, разумеется, больше, чем мужских. К сожалению, это так. Элька. Это вот мужская футболка в отличном состоянии. Материал с хлопка. А Эска. Майка маленькая. И мужская футболка тоже Эска. Состояние хорошее вроде, да. Майка марки Street One. Так, здесь у нас бирки, к сожалению, нет. Еще одна вот майка. Маленького размера женская футболка. Мужская футболка большого размера, это Элька, хлопок. 44-46 указано размера, женская футболка, примерно 50-52 получается российского размера. Вот здесь тоже воротник уже с износом. Мужская футболка, примерно среднего размера. Так, еще одна мужская футболка размера, здесь указан L. Так, вот такая маечка тоже в таком же вроде лоте, но в такой же позиции вроде было. Так, женская футболка марки Street One, указан 42 европейский размер. Небольшой износ все-таки. Видите, воротник, он или просто мятый воротник, или что? Не знаю, тяжело понять. Так, следов нет на воротнике. Так, маечка. Напоминаю еще раз, это у нас футболки, да, МЖ, Англия, крем экстра, весит данный лот 15 килограмм. Элька, мужская футболка, большого размера, прикольное, состояние хорошее. Так, М-ка, тоже вот мужская футболка, размер средний, это вот тоже М-ка. Очень много футболок и маек из натуральных тканей, синтетики здесь меньше. XL, это мужская майка. Далее спортивная женская майка. Кстати, размер большой, по-моему, здесь. И Next, 10 указан. Это должен быть, по идее, 44. Скорее похоже на тунику, чем на футболку. Небольшого размера женская футболка. Кстати, воротник, посмотрим. Вот здесь, видите, след проходит. То есть износ есть, присутствует. S-ка. Зато это дешевле футболки, чем просто крем Англия. Adidas XL, мужская футболка, вот на воротнике заметный износ. Элька. Так, это у нас майка женская. Такая же майка уже была. Далее новая футболка марки Crane, размер 40-42, то есть средний получается. XL, большие размеры здесь есть. Так, маечка среднего размера, то есть М-ка, женская футболка. Это майка М-ка, размер средний. Здесь вот тоже М-ка.
Футболка марки Crane. Примерно 46-го, получается, 48-го российского размера. Маленькая маечка. М-ка. Мужская майка. Хлопок. Элька. Указан размер. Здесь у нас размера нет. Марка Матала. Ну, маленького размера, скажем. Футболка женская. Так, мужская футболка. Еще одна мужская футболка размера XL. Или это женская, или мужская, не знаю. 2XL. XL. Мужская вот тоже футболка. Здесь у нас футболка марки Max. Размер указан XL. В хорошем состоянии. Женская футболка большого размера. S-ка. Размер маленький. H&M. M-ка. Средний указан размер. Так, это L-ка. 36-й. Street One. 38-й указан европейский размер. Мужская футболка марки Oliver. M-ка. ML. С британским флагом, со стразиком, на футболка. Джанина, 42-й указан европейский размер, получается российский 48-й. Здесь у нас 2XL, такая вот маечка женская большого размера. S-ка, это мужская футболка, все-таки с износом уже наверняка есть, вся мятая она какая-то. Размер 2XL. Конечно, не всегда мятые вещи бывают с износом, но в данном случае на воротнике был заметный износ. Сесиль, размер M. Это у нас Джек Джонс, мужская футболка. Так. Женская майка марки Джордж. Джек Джонс 2XL, хлопок. Так, это практически водолазка. Street One, размер 44 указан европейский, то есть получается 50 российский размер. Марка Gap, M-ка, хлопок. На этой майке бирка отсутствует, но майка большого размера, и так видно. Без всякой бирки. Тут уже размер поменьше, это, кстати, синтетика. Здесь вот хлопок, размер 36 указан европейский. Так, далее. Женская футболка среднего размера и еще одна вот женская футболка марки Атмосфера, но уже маленького размера, это S-ка. Указан 36 европейский размер. 60-й, что ли? Написано 60, если это размер, конечно. Эсприт. Эска. Размер маленький. Томми, который Хильфигер. Размер М, средний. Футболка женская. Так, майка вот с пайетками. 46-го размера женская футболка, то есть где-то 52-й будет российский размер. H&M. Это XS. Тоже скорее туника, чем футболка. Эсприт, М-ка. Очень грязный воротник. Мужская футболка большого размера, Элька. Это С-ка. Видите, рисунок уже выгорел. То есть износ тут налицо. Эсприт, размер М. Марка Street One. 42-го размера женская футболка, то есть 48-й российский получится, да, и вот последняя футболка из этого мешка марка Esmara, здесь у нас размер S, и на этом все.